За того, что и слово на Новый год. Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же на весь год. И не только от безумия, но и от дьявольского влияния происходит та мысль, будто в делах вашей жизни надо наполагать не на собственную ревность и деятельность, а на дневные обращения времени. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, как ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу. Кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, тот в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня. Равный и счастливый день не займется тебе теми делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит ему по хорошему свойству самого дня, и таким образом он в том и в другом случае будет терять свое спасение. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – тишину. Вино причиняет шум, а слово прекращает смятение. Вино помрачает ум, а слово просвещает и помраченный. Вино вселяет скорби, которых не было, а слово отгоняет и те, которые были. Читаешь, когда его беседы, как будто бы он сегодня вот смотрит и... Точно как в то время, 2000 лет назад, и сегодня как будто бы ничего не изменилось. То же самое. С Новым годом поздравляем, желаю тебе счастья, как будто бы от этого дня зависит счастье. Еще как проведешь этот день, так будет он и весь год. А как проводится? Смотрим, нигде не говорится, сколько по телевизору, по радио говорят, как Новому году, Новый год провести, как начать его. О духовном нет ничего, а все о том. Если сегодня перепил, то как правильно опохмелиться? Что сделать, какие пищу, как приготовить? Какую? Очень тщательно все это объясняется. Как это сделать? Но ни слова нет о духовном состоянии. Прошел день, пропьянствовали, все, дальше пошло своим чередом. Как провели первый день, так он и идет весь день. Изо дня в день круглый год. Ничто обыкновенно так не ведет к спокойствию и радости, как правило любомудрия, презирать настоящее, стремиться к будущему. Не считать ничего человеческого постоянным, ни богатства, ни власти, ни почести, ни покровительства. Если ты научился так мудрствовать, то не будет терзать тебя зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, не унизишься от бедности, и таким образом будешь в состоянии постоянно праздновать. Христианину свойственно праздновать не в известные месяцы, не в первый день месяца, не в воскресные дни, но всю жизнь провождать в приличном ему праздновании. Какое же приличное ему празднование? Об этом послушаем Павла, который говорит: «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Послание 1 Коринфянам. Итак, если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев, то поступай так: по окончании года возблагодари Владыку, что Он сохранил тебя до этого предела годов. Сокрушись своим сердцем, исчисли время твоей жизни – и скажи сам себе: дни бегут и приходят, годы оканчиваются, многие пути нашего мы уже совершили, а что мы сделали доброго за эти годы? Неужели пойдем отсюда без всего, без всякой добродетели? Суд при дверях, остальная жизнь клонится к старости. Так любомудрствуй при начале новых месяцев. Это приводи на память при годовых кровообращениях,
кругообращениях. Станем помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о нас того же, что сказал пророк об иудеях. Исчезли дни их в суете, и лета их в смятении. 77-й псалом. Такой праздник, о каком я сказал, постоянный, не ожидающий круговращения годов, не ограничивающийся в известными днями, может равно праздновать и богатые, и бедные, потому что здесь не деньги нужны, не богатство, а одна добродетель. Нет у тебя денег, но есть страх Божий, сокровище, лучшее всяких богатств, которое не повреждается, не изменяется и не истощается. Посмотри на небо, на небеса небес, на землю, море, воздух, разнородных животных, разнообразные растения, на всю человеческую природу. Помысли об ангелах, архангелах, высших силах, вспомни, что все это богатство твоего владыки. Быть не может, чтобы слуга столь богатого владыки был беден, если Господь его милостив к нему. Наблюдать дни, несообразно с христианским любомудрием, но это дело языческого заблуждения. Ты приписан к Вышнему Граду, принят в тамошнее гражданство, вступил в общество ангелов, где нет света, переходящего во тьму, ни дня, оканчивающегося ночью, но всегда день, всегда свет. Туда будем стремиться непрестанно. Ищите горнего, говорит апостол, где Христос сидит, одесную Бога. Аминь. Аминь. Причастники, поблагодарим Господа. Слава тебе.